А вдруг услышат? Навести порядок в ценовой политике, просят казахстанцы. Тема тарифов всегда остается актуальной. Высказаться и обратиться напрямую к представителям власти мы предложили нашим зрителям. Уважаемые акимы, чиновники, пожалуйста, пересмотрите цены на рынках и в супермаркете. Для вас там цены занижают. Если бы вы действительно узнали бы, сколько там стоят продукты, может быть, подняли бы зарплату и пенсию. Я хотела обратиться к акиматам, акимам города. Пускай просматривают наши все точки города, что повышается каждую неделю наши все товары. По 100 тенге, по сверху выше идут. А когда обращаются акиматы проверкой, они занижают эти цены.